Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду смотреть несколько видеороликов Vertage. Давайте приступим ко всему этому процессу, ко всему этому действию. Кстати, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54. Все это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, познакомливайтесь и так далее. Все делайте. Всем спасибо и давайте начнем. Упаковка Instagram аккаунт. Да, отлично, сейчас упакуем. Контент, копирайтинг, работа с блогерами, стратегия, воронка продаж. Привет. Да вот, все, начинаем смотреть. Привет всем домашним шалунам. Привет. Меня зовут Никита, и я придумал фокус. Какой? Хренак, опа. Правда, я пока Офигеть. Не понял, что должно произойти. Сегодня я собираюсь сходить на авторынок и немного поторговаться с продавцами. Обычно у них от этого сгорает одно место, поэтому должно быть интересно. Но перед началом 20 секунд рекламы. На сервисе Ависа ты Ависа, как обычно. Заработать себе немного денег. Просто выбирай на сайте да. по той цене, которая тебя привлекает. Ну я выберу, действительно. И выводи деньги себе на кошелек. Заданий там реально много. Очень главное, много. Что это не обман, и деньги тебе точно. Но это самое главное, потому что обмана переходи очень много. По ссылке в описании, а мы начинаем. Да. Я иду всем жопы подрывать. Вау, какой автомобиль. Надо найти что-то интересное. Вот, допустим, продам ход Кнайф срочно. Привет. Привет. Но она стоит дешевле. Ей край цена 3 миллиона. Но я готов забрать за 2,5. Год 3,5 хотя бы. Деньги семье нужны. Ты сказал семья? Ментор это? Держи. Нормально он Спасибо сделал. Спасибо тебе большое. О, за 20 беру. Алло, за 20 беру, Отлично. Пошли. Уведомление пришло, извиняюсь, ребят, просто, но иногда такое бывает. Конечно, поехали. Ну, поехали. Открывай, открыто. Открывай. Открыто. За 20 забираю. Поехали. Садись. Открой, бля. Закрыто. Чего не садишься? Открыл же. Отлично. Ты открыл. Ой, слушай, что-то не открывается. Что-то не открыто. Что, сука? Ты меня троллишь? Угу. Охуел, что ли, сукой называть? Поехали. Да. Ну все-таки происходит в так реальной бери, жизни. Бери, ебана, кусок! Чем мешаю тебе, сука, долбоёб? Нормально, не вертеч реально красава. Поехали, забирай! Давайте нахуй поедем. Мне куда-то ехать! Забирай! Так поехали, заберу. Не вертеч реально молодец. Заберу, поехали. Ебать ты охуел! Поехали. За 20 и без комиссии хочешь? А что? Денег много не бывает. Иди лесом со своей двадцаткой. Ох, 15 давай. Край цена. Ебать ты заебал, уебан, блядь. Не, он нормально делает. Со своей двадцаткой. Так там 15 уже было. Иди к BMW M5 приставай, ёбаный в рот. Ну поехали. Неплохо, не, ну реально, нормальная тема. Ну, пизди ты в машину к себе. Бля, ёбаный малолетний пиздюк, заебал. Кстати, да, так и есть. Прикольно было. Гелик сможешь паркануть. Продай Отлично. Машину за двадцатку, брат. Я проснулся новым утром, чтобы подрывать очко. Я проснулся новым утром, чтобы ты лайк поставил. Где лайки? Я Отлично. Даже не знаю, с кем поторговаться. Оу, привет, Тот друг. Самый, Льюис. Это было бы слишком скучно. Подари, близки сосиски, машинку мне под такси. Я хочу работать. Нормальная У тема. Меня шашка есть. У меня нет машины. А это что? Не подарю машину. Я за 10 кака ее продам. За 25 кака куплю шишку. Иди нахуй с такой ценой. Ебану завали. Тема. Шлюха тупая, соси мой член. Пошли в дискорд. Пошли. Алло, безбабная, безмамная мразь. Привет. Безбабная. Охуел, чему ты ебаная мелкая. Я завалил, программу выключил. Чмо опущено. Так ты хотел со мной поговорить и просишь завалить, ебало. И сделал на меня что-то. Мама, позови. Ебало свое завали, это первая это шлюха, босс. Чё молчишь, ебать? Шлюха, соси мой член. Ну да, привет маме, передавай ей шопу. А, это все? Окей. Шалава, что тебе надо? Значит так, малой, ебало стянул. И давай по-нормальному, блядь. О, программу отключил, красавчик. Что ты меня звал, чурка ебаная? Ты что-то попутал или что, нахуй? У тебя голос знакомый. Ага, блядь. Иди сюда, и тебе жопу надеру. Да. Так он и сделает. Иди сюда. Блядь. Так вроде видос же называется авторынок, а тут какие-то погони. Блядь. Забудь мой ник. Так, султан за да, 9 миллионов. Тема. Слышь, ты цену не попутал? На нолик. Ему цена 900 тысяч. Хз.
з. Этой машине? Да! Ты чё? Ожидание? О, давай тебе за 1 кака продам. Давай. И суровая реальность. Поебалу тебе за 1 кака. Блин. Не попутал ничего? Но вы же знаете, что я это просто так не оставлю. Как раз он позвонил только что своему другу. О, это ты? И у меня есть команда, которой я могу говорить за него. Боже Отлично. Мой. Иди нахуй. Кончита, сука тупая. Что? Сука тупая. Это не я! Говно ебланистое. Я не ебу, кто это? Сука. Соси хуй, сука. Соси хуй, сука. Кого? Кстати, какого хуя я с тобой говорю? Давай, до свидания. Хер ли происходит? Неплохо, неплохо он делает. Кто ты? Я? Меня зовут Мэн. Скажи мне, нормально, кто ты? Тебя не слышно? Так, телефон. По телефону снова говорит. О, привет, шлюха. Чё звонишь? Иди нахуй. Ты кому так грубишь? Я чуть друга не лишился. Думаю, на этом хватит. Я реально задолбался. Жестко, не, ну он жестко его, реально. Спасибо, Вер. Тейдж за то, что снял видос, я посмотрел его, все отлично. Arizona Replay Phoenix, IP в описании, там же мой никнейм Данте Коннор, там же мой промокод. Скоро будут и другие реакции на видос Вертейдж, все будет, всем пока.